Быстрее, быстрее идем. Давай, шевелись, сестра. Ну что, я иду уже. Просто старшие не бегают. Мне наплевать, быстрее, я хочу пони, пони и много чего купить. Сейчас же каникулы. Ой, да, я знаю, сейчас каникулы. Мам, ты идешь? Ой, ну иду, ну иду. Ну что, девочки, обязательно так бежать? Ой, ладно, все. Скажите, ну зачем вы меня сюда притащили? Мам, ну как зачем? Сейчас каникулы, сейчас большая распродажа пони. Ой. Продавец упала. Ой, здрасте. Здрасте. Ой. Ну, даже не знаю, куплю я вам пони или нет. Мамочка, ну, пожалуйста, давай первых ободок свой поправь. А, да. Ну все, мама, я поправила. Все. Ну ладно. Хорошо, я пойду тогда потом это. Сейчас я делаю, как их вещи посмотрю. Это же мои одноклассницы! Девочки! Привет, девочки, привет! О, Пинки, привет! Чарайли! Привет, Старлайт Глиммер! Привет! Ой, извините, ваше высочество! Здрасте! Куда ты поскакала? Дай дышаться. Я еле за тобой прибежала. Мама, 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 познакомься! Это мои подружки! Это Чирайли, а это Старлайт Глиммер. Мамочка, познакомься! Ну ладно, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, здравствуйте, ваше высочество. Ой, здравствуйте. А это же ваши дочери? Да, они мои. Как-то странно, они учатся в классе с моей дочерью, но я вас никогда на собрании не видела. Я просто не хожу, я всегда слуг прошу, чтобы они ходили на собрание, я всегда занята. А, хорошо. Ладно, девочки, вы идите пока, что-нибудь купите. Ура, мы будем вместе что-то покупать! Вы счастливы, вы счастливы? Да, да. Ну, а мы пойдем пока одежду посмотрим, да? Одежда там. Пойдем. Как здорово, что я встретила. Ой, у меня просто много энергии. Ой. Быстрее идем смотреть игрушки. О, как тут много игрушек. Ой, это Пинки, она неугомонная. Да. Так, смотрите, как тут много игрушек. Действительно большой ассортимент. Но вроде в прошлый раз, когда мы сюда заходили, было больше. Какая разница, я обожаю пони. Надо попросить у родителей. Мама! Да, дочь, чего? Чего? Мамочка, можно мне пони? Пожалуйста, пожалуйста! Ой, ладно, били пони. Ура! Можно пони? Мне разрешили, девочки, а вам разрешили? Да, да. Сейчас мы спросим это. Да. Мы пойдем. Спроси за меня, я пока посмотрю. Мам! Чего, девочки? Мам, можно нам пони? Ой. Ну ладно, я сегодня добрая. Берите пони. Ура! Нам разрешили пони брать. Да? Правда? Здорово! Я хочу такой же пони, как я! Красивый! У-ху! Так, я хочу... Ой, я не знаю, какую хочу. Ой, не знаю. Ну, я сразу говорю, я люблю миниатюрных. Это же миниатюрная... Отойди, пожалуйста. Принцесса Луна! Я упал! Так, секундочку, я сейчас поднимусь. Йо-хо! Я здесь! Так, я уже пришла! Ничего себе, ты быстрая и ловкая. Все, я пошла маме сказать, что я уже взяла пони. Мамочка, мама, мама! Да. Я взяла пони. Все, я взяла. Все, что мне делать? Подожди, пока я выберу тебе наряд. Или. Примерь. Ура! Я обожаю мельть. Так, дочь, спокойно, стой. Ну, я не могу спокойно. Сейчас я тебе... Я сразу говорю, я такие юбки не люблю, я другую возьму. А, тогда я вот эту возьму. На, примерь, дочь. Ура! Я люблю мельть. Ой, какая красивая! Мамочка, берем! Все, берем! Ой, пони улетела. Аккуратно. Все, мамочка. Так, сейчас я себе юбочку возьму. Ой-ой-ой-ой-ой.
падает все. Так, как я понимаю, мы тут все юбки скупили вот этой фирмы. Да, но это же самый популярный фильм. Я обожаю эту фирму. Ну, не скажу, что прям ее сильно обожаю, но я ее очень обожаю. Ой, я поняла. Так, извините, ваше высочество. Нет, ничего. Так, так, так. Мамочка, давай быстрее берем. Я хочу домой, я хочу играть в пони. Давай быстрее, быстрее. Так, девочки, все, пока. Пока, Пинки. Увидимся, увидимся после каникул. Или, если что, я вам позвоню. Вы знаете, как я люблю звонить всем. О, да. Так, ладно, давай снимай юбочку, нам ее надо пробить. Ура! Ура! Ой, я упала. Так, все, берем, мы больше ничего не берем? Нет, больше мы ничего не берем сейчас. А мы подождем только принцессу и ее дочек. Ура! Ура! Я еще с ним немножко поболтаю, да, мама? Да-да-да. Девочки, я еще не ухожу, мы еще немножко подождем вашу маму, и мы вместе пойдем обратно домой. Ну или нет, я не знаю, мне все равно. А, ну, мы тоже сейчас возьмем пони. Так, я, значит, возьму себе... я хочу себе вот взять миниатюрную... Или не миниатюрную. Я хочу себе взять... надо подумать. Ой, я что-то очень хочу вот искорку вот эту вот редкую. Вот она. Ой, какой хороший выбор. У меня такая была, но у меня она была другого цвета. Ну, я сейчас тоже какую-нибудь пони возьму. Так я не помню, какая у меня есть, какая нет. Ой, ладно, я не хочу рарити, мне она не очень нравится. Хочу миниатюрную. Ну, какую мне миниатюрную взять? Вот, рарити возьму миниатюрную. И все, в принципе. Ой, какой хороший выбор. Все, все, я пойду скажу маме, что вы уже все взяли, и что мы уже можем идти. Мама! Все, девочки все взяли, а ваши... А принцесса все взяла? Не знаю, вы взяли все? Да, сейчас я только посмотрю вот это. Да, вот это все. Девочки, все, идем. Это юбка для кого? Это для меня, девочки. Я вам, ну, думаю, не хотелось никакого брать юбку, потому что там уже все юбки разобрали. А, идем тогда, да, идем. Ой, берите своих пони. Так, стоп, надо еще, мне кажется, что-то взять, а то я что-то не знаю. Вот, да, я себе очень хочу взять вот зеркальце. Ой. Вот это зеркальце. Ну и что-нибудь. Вот, шампунчик возьму себе. Так, что-нибудь еще из аксессуаров. Вот. Девочки, посмотрите, что вы хотите. Я тут ничего. Стой, мам, можно я высыплю? Да. Я хочу взять два вот этих аксессуара себе. Ну хорошо, все. Может, ничего не хотите? Нет, мамочка, ничего. Все, идем на кассу. Хорошо, идем на кассу. Та-да-да-да-да. Ой, смотрите, там уже очередь. Ну вот, уже очередь стала. Ой, ну ничего страшного, мам. У нас сегодня, ну, скажу, что такое, ну как, ой, хоть и каникулы, но сейчас некоторые работают, поэтому очень мало людей в очереди. Ой, точнее, пони, извините. Поэтому, мам, идем. Мамочка, мы первые, ура, мы не первые, но мы перед принцессой. Так, девочки, давайте встаем. Берите свои пони, все вот это, аксессуары свои. Все. Так. Девочки, давайте идите сюда. Да, мам, идем. Так. Здравствуйте, пробейте мне вот эту вот красивую расчесочку. Так. Вздык. Вздык. Пип-пип. С вас всего 150 рублей. Держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так, следующий. Здравствуйте, пробейте мне вот эту маску для сна. Вам маску для... Ой, извините. Маску для сна, да. Хорошо, бздык. Сейчас всего 350 рублей. Так. Все, заходите к нам еще. Да, до свидания. Так, следующее. Ура, ура, мы следующие. Мамочка, давай быстрее покупай. Хочу домой, хочу играть. Я быстрее хочу домой. Так, ладно. Пробейте нам вот это. Это и это. Ну, как много себе вещей берут. Бздык. 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 Так, с вас всего пип-пип-пип, 1000 рублей. Вот, держите. Давай, пойдем, дочь. Да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Дочь, а идешь? Ой, понял. Да, конечно, иду. Все, девочки, пока! До свидания, ваше.
Высочество. Мамочка, я уже бегу. Так, давайте следующее. Так, девочки, давайте двигайте свои вещи. Так, да, да, мамочка, мы идем. Мам, пока вот тут вот постоим. Да, девочки. Так, давайте пробейте нам это все. Бздык. Ой. Бздык. 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 Так, пип-пип-пипс, у нас всего 2000. 2000 сейчас. Девочка, вы не знаете, где моя карточка? Так, мам, у тебя же она должна быть. Да, мам, у тебя. Так, секундочку, подождите. Девочки, я, кажется, карточку потеряла. О, нет. Девочки, что мне делать? Миссис, платите, пожалуйста. Простите, вы можете аннулировать вот этот счет, а то у меня денег нету. О, хорошо. Простите, но мы не можем аннулировать. Придется позвать администратора. Что? Нет, не надо. Миссис Реддити, подойдите, пожалуйста, сюда. Да. Что-то не так? А ну-ка, расступитесь. Извините. Что-то не так? Я не могу аннулировать счет, и там не могут заплатить. Ой. Принцесса не может заплатить. Так. Ой. Если вы не будете платить, то нам придется вас арестовать. Или штраф вас взять. Но у меня, правда, нет с собой денег. Я не знаю, что делать. Дайте я быстро сбегаю за кошельком. Точнее, за карточкой. А если вы меня обманете? То не обману, я могу даже девочек позвать. Девочки, блин, нам надо найти карточку. Или она... А вдруг она где-то на улице? Ой, я не знаю, что делать. Так, все. Вы отказываетесь платить? Лучше аннулируйте заказ. Ну, хорошо. Аннулируйте, пожалуйста, заказ. Пип-пип-пип, зык-зык-зык. Так, заказ аннулирован. Все, вы можете идти домой. Все, да.